Кирова ж вам не доводить. Позавчора, понедельник. Просив пан Сіренко, дай же що? Дня. Живогляд Євгеній Володимирович. Якщо ви мені не вірите, то що? Ні, я не вірю. Ну так давайте якось припинимо, або перезвоніть черговому. Знімайте. Можна на видне місце значок повісити. Дякую. Ви вас забіжали? Ні, то як же так. Що хотіли? Ні? Ну що, не хотіли, якась перевірка, не зрозуміло. Правду в машину, так? Важно нашли. Вам. Хочу доложить. Доложить мне не надо такое. Я не начальник. Вы хотите поумничать? Я вам серьезно, по вашей, я... по вашей работе. Ну. Товарищ Сиренко вместе с Ершовым вчера в личной беседе нам сказал, что вам, працівникам Державтоінспекції, заборонено посаживать посторонних осіб патрульний автомобіль. Человеку холодно было, девушке было. Я вам объясняю. Ее посадил. Это ее личное. Я смотрите, в его распоряжении написано. Он нам сказал, что разослал. Что вы хотите от меня? Чтобы я не садил людей в машину. Хорошо, не буду. В следующий раз, если человек скажет, что мне холодно. Можно я к вам присяду? Я скажу, нет. А можно присесть к вам в автомобиль? Мне тоже холодно. Да, скажите. Можно ваше узнать? Только в моем присутствии. Присядьте-то. Мне холодно же сейчас. Второй батальон, второй взвод. Полк ВАИ. Абсолютно верно. Спасибо. Не за что. Лунёв, зам. Что Лунёв? У вас начальник. Он не начальник, он замкомбат. Замкомбат? Я просто не могу понять смысл вот этих трёх. Вас кто-то инструктировал перед выходом? А кто? А что не так? Я вам объясняю, вам должны были довести эту телеграмму. Вы... вас как зовут? Можно? Юрий Витальевич. Юрий Витальевич. Вы сейчас ведете со мной такую дискуссию. Монолог с вашей стороны, потому что вы четвером даже мне не даете сказать. Я просто не понимаю, в чем его целесообразность? Вы подъехали. На меня на преступлении каком-то поймали? Вы просто увидели правонарушение, девушка машина. Это криминал? Это не криминал, это запрещено. Послушайте, молодые люди, ситуация в жизни, вы правы. Представьте такое, что завтра близкий ваш знакомый женского пола стало в лоб. Я же не буду стоять вот так вот на машине, а она будет лежать на асфальте, правильно? Не, ну ей же было неплохо, она сама знаете, сказала. Если, не, ну есть нюансы. Если правильно. Она будет лежать на асфальте, вы приедете. Это 90%. Откуда такая? На лице написано, что я плохой человек. Вы что, за то, что тут быть написано? Ну вы так уверены, что пишите, пишите, пишите на своем теле, что ли? Более чем-то. Хорошо, я отвечу вам. На то, что вы сказали. Вы хотите проверить мое тело? Кто на нем написал? Не задавайте такие вопросы. Так вы меня спросили, что у вас написано. Вы просто такой концерт разыграли сейчас. Вы не шли домой. Да? Так еще вы билеты не покупали. На концерт? Ну да. Цирк. Товарный был цирк. Товарный был. Уже я смотрю на месяц. А вы были в армии? Да.
тоже не смеет. Сверху ходит. Правильно. Нечего делать. Его хватает каждый день, каждый день. Так вот. Салат. Вы не скажите, кто вас инструктировал перед выходом на спину? Как минимум 4 командира. Ну, кто из них был старше? Ну, это столь важно. Конечно. Помощник ответственный. Ответственность фамилия. Это не обязательно. Ну, дело в том, да нет. Ну, это не обязательно. Давайте начнем с того, что военная тайна. Кого представляет? Внешний контролирующий орган, чтобы я вам выложил адрес, номер телефона и все. С какой целью вы интересуетесь? Я что, прошу телефон? Я отвечаю на вопрос. Я прошу фамилию, посадовую. Чего я интересуюсь? Ну, с какой целью вы интересуетесь? Кто? Что? Что, просто граждане Украины не могут не иметь права или что? Я вам ответил. Непосредственно какие должности проводили со мной дискуссии. Но зачем вам фамилию? Завтра мы будем опять у Сирена, у Ершова. Он нас попросил, вот, когда он нам в понедельник сказал, что вам запрещено садиться, я говорю, что этого подозрения не выполняю. Я считаю, подождите, не перебивайте. Он попросил, если вы установите такие факты, доложить, кто присаживал, номер патруля и кто инструктировал. Вопросов. Потому я расскажу. Завтра в 3 часа мы будем у него. И вот я хочу сказать. Я вас убедительно прошу. Да, давайте поедем. Не перебивайте. Чтоб я в 3 часа не поднимался. Дело в том, после что мне назначили на 3 часа. Все. Пан Ершов. Я подождите. Готов. Ну не перебивайте. Вы что, не воспитаны или не, что? Я воспитан. Потому я вас и спрашиваю, зачем? Вы меня спросили, зачем мне фамилия инструктирующего? Потому что если он вам не довел телеграмму, то это не ваша вина, что вы ее не выполняете. А вина, не перебивайте, а вина того, кто вам ее не довел. Вот и все. Потому я и спросил. Если я вам понял, трудно это говорите. Сказать, все нет, завтра разберется. Что ожидать? Ждите. Спасибо. Я вам сейчас отвечу на... Вот вы камеры взяли, снимаете. Вы лучше у Сиренко спросите, когда нам последний раз бензин. Так, а я вижу, у вас, блин, на полчаса машина... А можно ваш номер? А вы знаете, я ее не глушу, потому что у нее сломанный стартер. Номер так, а вы не должны на ней ездить, хорошо, если у вас спрошу. Сломанный стартер. Вы попросили, стартер. Я скажу номер значка. Завтра вот спрошу. Как за ним гнаться? Я завтра спрошу. Номер нагрудного значка вас... К0123. Если, угу. Ты фамилию скажешь? Если у вас Владимиров машина, Денис Николаевич. Как вас выпустили вообще на... Участково. Ну, участково вас есть не должны есть такие выпускать. Поломки... Нет, вы ошибаетесь. Есть такие поломки, все, которые я отвечают за эксплуатацию, за небезопасность. Я... Сломанный стартер. Я вам обещаю, что я спрошу. Просто есть нюансы, поверьте. Именно вот, посмотрите. Бро. Реально человек. Хорошо, я завтра спрошу. И вот как поступить в этой ситуации?